І ще про знищення ворогів. З цим безумовно гарно справляються американські хаймерси, які вражають цілі на дальності до 80 кілометрів. До того ж, дуже скоро приїде ще якась кількість їх, і тоді, ймовірно, у Збройних сил з'явиться можливість бити ворога по батальйонах. Марси, он, знаете ли, новые едут. Четыре штуки. Еще четыре штуки. Общее количество подбирается к 20, а если взять М270, это еще который британцы дают, до Норвегии дают, до немцев дают, оно так где-то к 30 с небольшим выгребет скоро. А это уже, знаете ли, тут 4.8 навели шухер страшные первые. А теперь, ежели это все на 6 раз умножить, то оно же дойдет до страшного, оно же дойдет до того, что по КСП батальонам начнем работать. А это вот называется химарсобоязнь уже. Из Америки приехал наш надійний побратим, познайомтеся із ним. Хаймарс! В росіян зі сраки дим. Хаймарс! Ла-ла-ла-ла-ла. Хаймарс!